не учимся на своих ошибках. Вот единственный комментарий. Это не первый раз у нас повторяется. Мы просто не извлекаем уроков из тех ошибок, которые мы допускали. И сегодня игра опять показала. Ведя по ходу игры и уходя на перерыв со счетом 1-0, мы просто бездарно в втором тайме сыграли. Раз результат отрицательный, значит, игра пока не соответствует тому уровню, от которого мы ждем. Да, в отдельных эпизодах команда показывает. Может быть, от игры к игре есть какой-то прогресс где-то в связях. Но в целом такие явные провалы, и в обороне в том числе, это признак того, что нет стабильности. И это значит, что мы не на том уровне, игра не на том уровне, от которого мы ждем. Вот и все. Изменилось как-то финансовое состояние в команде с приходом нового инвестора? Если вы имеете в виду господина Марина Левидар, он прежде всего партнер, и он сейчас у нас генеральный менеджер, я бы так сказал, команды. Вот. Нет, мы в принципе и не рассчитывали, что финансовое состояние как-то изменится. Финансовое состояние, уровень примерно остался на том, на каком был и ранее. Его компания вместе с заводом металлургическим, они являются партнерами по финансированию футбольного клуба «Искросталь», в том числе и поиска соинвесторов для клуба. То есть это не означает, что он прямой инвестор, нет. Это означает, что он партнер, а прежде всего генеральный менеджер. Он занимается как раз этими вопросами. Noi credem că fidelitatea merită recompensa. Acum Bemol își răsplătește toți clienții fideli. Pentru cel puțin 75 litri alimentați lunar, mașina ta primește bonus de combustibil. În plus, îți spălă mașina gratuit la 120 litri. Vino în orice stație Bemol și ia-ți cardul tău de fidelitate. Bemol. Calitatea care te mișcă.